С 25 октября украинским авиакомпаниям будет запрещено летать в Россию. Таковы ответные меры, которые Москва вводит после аналогичного шага Киева. Как сообщили в нашем Министерстве транспорта, уже в ближайшее время Росавиация начнет оповещать украинских перевозчиков. Какие именно компании получат официальное уведомление, в ведомстве не пояснили. Напомним, приостановка воздушного сообщения с Украиной стала зеркальным ответом на закрытие Киевом неба для наших самолетов. Накануне 20 российских компаний, включая крупнейшие, получили бумаги от украинских авиационных властей о том, что с начала зимней навигации выполнять полеты в это государство они не смогут.